Гайдученко и Подакин в первый официальный матч сборной Украины, потому что такой их не игры. Ну, Подакин молодой, я думаю, все у него впереди. Это будущее украинского хоккея. Гайдученко, это, можно сказать, настоящий украинского хоккея. Ну, давно он не играл, но влился после первого периода в игру и показал особенно концовку. Вот последние 5, 7, 8 минут даже где-то, можно сказать, подтащил нас, потому что могли и даже в ничью не сыграть, потому что были очень острые моменты, которые могли, ну, просто могли проиграть матч. А он молодец, сыграл. И, ну, а третий гол, кто-то сказал, был гол, кто-то сказал, не был гол. Это на совести судей.